Мир и благодать вам, мои друзья. Сегодня вот снова посвятил Саут Каролина. Будем на вечернем служении слушать слово, молиться. Как Давид сказал, святым, чудным, которым на земле все или все желание мое. Поэтому общительность, это благотворение, такой жертвы благодной Богу. Поэтому что, друзья, скоро весна. Бог нам дал возможность проводить евангелизации. Поэтому, кто хочет пережить Божий костер, Божье помазание, добро пожаловать, будем в Евангелии проповедовать в силе Святого Духа. Я верю, что этот год, год потрясения, поэтому хватит ходить по мелководью, надо отплывать на глубину, надо кидать сети и ловить рыбу для Царства Божия. Бог этого хочет, тем более наши желания исполняет Господь, поэтому, пожалуйста, участвуйте. Если хотите благословить финансово, можете это сделать, молитвенно тоже, и вас приглашаем на живое служение евангелизации 2024. Любим вас и благословляем во имя Иисуса.